вообще перестали общаться. Я не знаю за что, я не знаю почему. Мне никто ничего не объяснил. Когда мне было 11 лет, мама меня забрала в Москву с собой жить. Позже забрала еще и мелкую. И папа после этого, после того, как я уехала, просто не звонил, просто не писал. Каждый раз, когда мы куда-то ходили, я шла всегда по забору, он меня держал, я по забору шла. Вот, и типа, столько приколов было с батей, и тут резко просто все, я уезжаю. И я ждала его, когда я выпускалась из 5 класса. Я ждала его, когда я выпускалась из 9 класса. Я ждала его, когда я поступала в колледж. Я ждала его на Новый год, я ждала его на каждый день рождения. Он приезжал или нет? Нет. Вот я просто ждала его, и каждый раз я просила его: приезжай. Год назад я выступала в Тюмени, и я просто пишу ему: пап, у меня концерт в Тюмени, приезжай, пожалуйста, я типа хочу тебя видеть, приезжайте с моей сестрой. И все, он мне просто пишет одно сообщение, одно слово: нет. Все, и я от него ничего больше не видела, не слышала. До съемок в Писке я звоню сестре, говорю, что мне нужно приехать в Тобольск, и я звоню сестре, говорю: так и так, мне нужно типа поснимать, можно мы зайдем в квартиру, мы, если типа не хотите, мы до вас не будем дойти. И мне просто звонит отец и говорит: забудь, пожалуйста, наши номера, наши имена, наши адреса, не ввязывай нас никуда, тебя здесь никто не ждет. Ты поняла меня? Я просто ему сказала: да, я поняла, и все, он бросил трубку.